Всем привет! У нас сегодня день сюрпризов для Даши, потому что у нее сегодня день рождения, ей исполняется 10 лет. Это юбилей, это прекрасный праздник, и я хочу ей сделать много подарков. Я хочу купить ей какую-то красивую одежду на день рождения, купить хороший подарок, и хочу отпраздновать ее день рождения в клубе «День рождения». Собственно говоря, в этом клубе я договорилась еще, по-моему, месяц назад или даже больше. Замучились тебя на руках ждать, решил уже возить. Все, я готова. Привет, где именинница? Привет, привет. О, Даша, привет. Привет. С днем рождения тебе. Ви Джерри, Тилька Сарас, автомобиль Джерри. С днем рождения. Спасибо. Так, ну что, я предлагаю для начала пойти, я Даше подарок куплю, да? Пойдем? А мы тогда, наш подарок будет сюрпризом. Так что мы созвоним. Да. Все в одном помещении созвоним. Пошли. Даша сегодня с подружкой. Как зовут твою подружку? Диана. Диана, приятно познакомиться. Так, ну что, идем в магазин техники. Ну что, я думаю, тебе подарить планшет. Тебе нужен планшет? Ну, не знаю. Давай выбирать. Давай. Я думаю, что мы, наверное, вот такой будем брать. Вот, Samsung Galaxy Tab A10.5. Нравится тебе такой? Да. Я звычайный. Назвычайный. Даш, ты понимаешь, что тебе уже 10 лет? Да. Ты рада? Да, душа. Мы уже на кассе, ждем. Сейчас нам пробьют нашу покупку. Еще и чехол белый в подарок, оригинальный идет. Мы довольны. Все, мы забираем Дашин планшет и чехол в подарок. Я решила ей дать чек, чтобы она сама забрала. Правильно, проверить нужно, конечно же. Будешь там в игры разные играть, да? Да. Уже был планшет до этого, да? Был, но давно, да? Так, я пока комплектацию покажу. Вот у нас провод. Это зарядка, это провод. Провод к компьютеру и к зарядному устройству. Как-то можно его подключать еще до компьютера. Все верно, так. Гарантийный талон. Гарантия сколько? Год. Год гарантии, Даша. Это если у тебя перестанет работать в течение года, тебе бесплатно починят. Сознание потеряет ребенок Лена. А чехол можно сразу открыть, да, и его в чехол, да? Угу. Чек, давайте я положу сразу к документации, чтобы не потеряли. Дай планшет. Чек. Дашуля. А я сюда все положу. Даша перепуганная. Чек нужен для того, чтобы можно было воспользоваться гарантией. То есть он дохранить и не потерять? Да, в течение гарантии. Пока год не закончится. Доложите его. Когда год закончится, его можно будет выкинуть. Чек. Сейчас попробуем этот чехольчик. Он магнитный. Сзади фиксируется и все. Круто. На магните, а я включу его да. Надо запустить? Да, я его сейчас запущу. Хочу. Мова украинская, российская будет? Русская. Русская, пожалуйста. Все, будем накачивать игры. Так, я все складывал. Все, Дарина, готова. Планшет вы так заберете сразу, да, наверное? Да, да, так заберем. Спасибо! Мы встретили Настю в Любави. Пошлите здесь в резерве посмотрим одежду. Мы насмотрели такие джинсики симпатичные. Мама, и вот такую футболочку. И сейчас Дашуля будет это мерить. Я не планшет, а маме давай. Может, еще платье посмотреть? Вот там дальше. Тетя Лена, ты давай. Точно, ты одна. Давай, снимай. Даша такая худенькая, что мы боимся, что снежные дым будут спадать. А ну, покрутись. Будут. Тебе именно такие нравятся? Даш, такие. Давайте я тоже померим с цветочками. Просто померяешь.
Нет, давай померим. Мне вдруг кажется, они лучше сидеть будут, да. Да, лучше вот эти еще померим, пожалуйста. Давай. Маленький. Маленький? Тебе тесно? Нормально. Я тоже. Мне нравится. Ну, неплохо. А тебе? Какие тебе лучше, первые или вторые? Вот эти? Ну да, мне тоже кажется, по фигуре лучше эти. Давай кофту еще. Давай, давай, скорее на фан-встречу опоздаем. Так. Что это за стойка, Даша? Это модельная поза. Ну, к этим штанам это не лучше. А зато так. Зато тепло. Так это пойдет к тем штанам. Прям на меня. Давай, прям давай, давай. Это моя дочь? Это твоя дочь. Красавец. Ну, куртку мы точно берем, да? Класс? Да. Куртку берем, она крутая. Ну, это будет сочетаться лучше. Ну да, сочетаться вот то будет лучше, да. Да. Я очень сильно не люблю опаздывать на фан-встречи, но нас заставили снять все вещи, чтобы снять с них все вот эти, как они называются, заклепки какие-то. А теперь пришлось все надевать по новой. И уже мы, по идее, уже опаздываем. Скорее, Даша, скорее. Человек день рождения, человек бедный. Спешит, спешит, спешит. Ну а что делать? Да тут сейчас такая модная пойдешь, куртки, кожанки. Интересно, как Назар отреагирует? Да. Это интересно. И не смотрите так на меня, я просто спитала. Просто спросила. Все, давай куртку и крутой походкой на фан-встречу. Не-не-не, хорошо, мне нравится. Мне тоже нравится. Я хочу так. Просто оно как-то прикрыло. Не-не-не, красиво. Тетя Лена, а ты заметила, что у нас с моей подругой одинаковый зачески? Да? Ну, она такая более кучерявая. Ну да. Все, побежали, я девочки. Я даже чешу тебя подобрать. Бежим, уже все, кто-то побежал, звонит. Даже, тебе холодно, что? Побежи. Все, Дашуля, моднявочка. Сюрприз номер два удался. Смотрите, какая Даша красивая. Мне очень нравится в этой курточке. Смотрите, даже походка другая такая, как девушка шагает. Скажи, модная. Скажи, модная, Настя. Да, да, я нашла такую куртку опупенную. Она вообще. Как у тебя было? Ма, я влезу с вами в машину или нет? Не знаю, сейчас разберемся. Посмотрите на них. Вот и Назар, Даша. А я шарик. Посмотри, какая Даша красивая. Я не знаю, сейчас давить уже или как вот там сейчас. Потом, когда на день рождения будете заходить. Даша, красиво? Да. Красиво одели, Даша? Да. Не, ну что можно сказать, сбежала из 90-х. Прибежали к машине. Кость, посмотри на Дашу. Круто. Просто это. Все, давайте грузиться, потому что опаздываем. Кстати, у меня еще дома для тебя подарочек один остался. Для не меня? Знаю, ты видела? Нет, для Даши. Для тебя. У тебя день рождения, что ли? Это, может, ее у этих фотографировать? Да некогда уже. Тут все люди фотографируются. У Шрека и осла? Ага. Кто не проходит, даже в у нас уже фан-встреча началась, а нас там нет. Да чего началась? Я только надеюсь на Бимаму, что она всех встретит. Еще не началась. А сколько время? Скричатик. Еще 7 минут. Да. Ну, еще 7 минут, нормально. Я вспотела. Боже мой, ну покажите, какой у вас маникюр. Ничего себе. Тетя Таня подарила. И? Она тебя водила или сама делала? Мне мама делала, она подарила, что можно... А, что можно приклеить? Да. Классные наклейки. Да, и наклейки. Отпалы. Прикольно. Вот тут один опал уже получил. Ну, красиво очень. А это мне Настя подарила на 8 марта. Ух, мне жарко, сейчас в футболке буду на фан-встрече. На 8 марта? Ты сразу, да, сразу заболеешь. Включи. Вот здесь. Даша не может вытерпеть, хочет включить планшет. Да, правильно. Включился? Да, правильно. Надо вот сюда нажать. Значит, винт так будет. Вот сюда нажимаешь, винт тушится. Подожди, а где же чехол? Чехол? Где-то отдельно лежит, да? Да. Тогда лучше его пока не вынимать без чехла, я думаю. Ну да. Прячь. Посмотрела и прячь. Мы уже подъезжаем, Дашуля, просто сейчас на фан-встречу. Вау. Очень красивый.
Новенький. Что, отыскательная кличка? Можно вот так, хоп-хоп. Угу. А она где едет? Давно выехала, кто-то знает? Катя выехала. Она едет. Она позвонит мне, чтобы я ее встретила. Ну, я думаю, она не успеет ни на фан-встречу, ни на начало дня рождения. С Киева ехать почти 3 часа. Поэтому... Все, мы доехали и идем на свою фан-встречу. Туда направо, не спеши, Дашу. Бабушка в шапке, тебе не жарко? Чего? Не знаю, нам всем жарко. Наверное, потому что мы все время спешим. Алиса как раз проснулась, но еще с соской. Сейчас, волнительно. Просто надо вот так идти под эту музыку, если вдруг окажешься. Как? Ну, вот так. А, круто, да? Всегда очень волнительно поначалу. Вон они собрались, далеко. Далеко собрались, видишь? Да. Встречаем! Настя! Привет! Привет! Ого, ого, ого! Приветик! Привет! Привет, привет, привет! Привет! Помните нас? Конечно, помню! Привет! Ого, еще смотри! Привет! Вот это вас пришло! Еще погода такая не очень. А Бимамы еще нету, да? Настя, ну Бимаме позвони, где она там? Да, да, первый раз вообще. Да? Я вас смотрю с первого вашего влога. Спасибо. И канал Комки такой прикольный. Спасибо. Ребят, расскажите что-нибудь, давайте. Походу не очень. Да, погода не очень, но все-таки уже хоть и не снег. Сейчас мы Бимаму дождемся, спасибо. Все-таки Насте будет холодно. Спасибо, ребят. А деда Шулька? А, Даша еще приедет. Согрейте меня сейчас. Насть, где Даша? Насть, где Даша? Даша, иди сюда давай. А, через пару минуток? Хорошо. Сейчас будем Дашку с днем рождения поздравлять. Иди сюда, Дашка. Привет. Встретила знакомые? Спасибо. Давайте, Даша, что-то запоем, да? Happy birthday. 3, 4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dasha. Happy birthday to you. Спасибо. Вот тебе еще один сюрприз. Я снимаю влог, который называется «День сюрпризов для Даши». И вы в него попали. Фото. Класс. Я даже растерялась, очень. Конечно, первый раз. Такой к вам вопрос. Кто сегодня хочет к Даше на день рождения попасть? Я. Именно те, кому разрешили и кто реально может. Да? Мы сейчас будем разыгрывать 5 пригласительных к Даше. Я не знаю как, давайте какой-то игру поиграем, что ли? Или будем как лотерею? Лотерея. Мы решили лотерею определять, значит, давайте так. Еще раз поднимайте руки, кто может и кому можно пойти. Так, и вот смотрите, будем начиная с этой девочки, ты будешь номер 1. Вот так, становиться, ты будешь номер 2. Становитесь, такой у вас будет порядковый номер. Те, кому можно. Вот так, вот так, вот так, вот так, в линеечку, смотрите, это 1, это 2, это 3, 4, 5, 6, теперь сюда 7 номер. Так, ты тоже? 7, 8, 9, 10, запоминайте свои номера, 11, кружочком так и становитесь, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, да? Все стали, кому можно? Хорошо, а теперь сейчас рандом будем. Настя. Сколько всего? Еще одна девочка пришла. Где? Еще? Ты тоже к Даше можешь пойти? Да. Сейчас еще раз посчитаем. Все стали, да? Да. Кто сзади, те не участвуют. Только те, кто стоят в линеечке. Да. Так что, если кому-то можно или хочется, становимся в кружок. Нет? Так, считаем еще раз. У тебя номер 1, да, будет? У нее был номер 1. Да. Ты вставай туда, наверное, в конец. У тебя номер 1. Вот это у этой номер 1. Ты тоже туда тогда. Не-не-не, ты стой, ты же номер 1.
Так, запоминаем номера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22. Ой, это волнительно. 19. Номер 19. Давай, выходи сюда к Даше. Так. Дальше. 10. Номер 10. 17. Так. 6. И 19. А 19 был уже. А, да? 3. Вот у нас 5 победителей. Ну, повернитесь к нам. Вы точно уверены, что идете? Да, хотите? Да. Хорошо. Ну хорошо, Надя говорит, давайте еще одного возьмем. Ну, такая маленькая, она мне 15. 15? Ты хочешь малышей взять? Ну хорошо, Надя говорит, давайте мы маленьких девочек тоже возьмем. Идите к нам вдвоем, и ты тоже. Вот так, вот такую кучу народу. Все остальные не обижайтесь, хорошо, потому что много туда не зайдет народу. Ну, мы бы хотели всех взять, но это будет в 5 часов. А теперь похлопаем. Поздравляем вас. Ну, знакомьтесь, Даша, знакомься, кто к тебе пойдет. А мы пока со всеми остальными пообщаемся. Да, пообщаемся? Будете какие-нибудь вопросы задавать? А может, мы Алису, кстати, позовем? Да. Кость! Кость! 3-4, давайте Костя, 3-4. Костя! Иди сюда! Вот видите, как хорошо, меня одну не слышит. Давайте их окружим, Алисе теплее будет. Алис, ты проснулась? Ты проснулась? Сплюшка. Ты проснулась, Майська? Котенок. Будешь бегать? Мы со всеми пофотографировались. И Алиска просится на руках сидеть. Позировала? Позировала? Проснулась в хорошем настроении, слава богу. А ты коню догоню. Догоню, догоню, догоню. Давай догоню, догоню, давай. Догоняй. Догоняй, Лис. Догоняй, мама. Догоняй, догоняй. Спасибо, девчонки. Спасибо. Вон и Бимама идет. Давайте встречайте. Бимама идет, ребята. Давай. А можно на эту сторону? Да. Пошли к Бимаме. Все пошли Бимаму встречать. Привет! Я сама их отправила тебя встречать. Можно, боже, понимаешь, будем туда-сюда. Давай я как-то приеду. Так, Алиса, это с кем? С папой. А, с папой, слава богу. Боже, я даже не знаю, в каком-то порядке это все сделаем. Да, я на лавочке оставила и вот это. А те где, которые я тебе доверила? Ну, неси эти. Да, я пока сниму. О, что тут написано? Present for you, by Влада. А можно спать? Конечно. Спасибо. Тебя фоткает, а ее на влог снимает. Спасибо. Ленчик, а где ж Коля? Коля, невозможно было растолкать. Знаешь, вот то состояние ребенка, когда можно вот так вот делать. Понятно. Вот все. Мы уже и так за нос, и за лапки, как угодно, ни в какую. Серьезно. У нас тут, видите, блогер. Вот это действительно блогер. Да. Ты еще так вверх подпрыгни, типа с квадрокоптера снимаешь, и ты полетел. Настя, ты что такое советуешь? Что такое советуешь? Я говорю, хитрая Лена, постоянная обладательница рубрики «Блогер лох». Я всегда забываю это сделать. Хоть раз, можно же это сделать? А я вообще про свой инстаграм забываю. Зря. А, короче, я тоже хочу. Сейчас тоже буду. Давай. Мы пошли к Косте с Алисой. А нас опередили, уже с ней фотографируется.
Алис, тебе просили передать. Львенка. Смотри, спасибо. Понравился. Спасибо, надо говорить, да? Скажи спасибо. Скоро она учится. Я Алина Львенок, и Костя у нас лев по гороскопу. Алина, Алиса. Вот я ее Алиной назвал. Алиса уже разгулялась, уже никого не боится. Мы хотели к Косте туда наверх. Да? Сразу, да. Говорит аф-аф на этого львенка. Все, развеселилась. Целая команда друзей у нее. Да, очень. Алиска, ты про родителей не забыла? Лисенок, хитренок. Да. Смотри, смотри. Побежала. Я знаю, что многие, кто смотрит сейчас это видео, тоже хотели бы так. Знаю, что обидно, что не получается прийти из другого города на фан-встречу, но мы вас тоже всех очень любим. Спасибо вам за то, что вы хотите прийти. Алис, я тут. Все, я теперь вижу, за кем фанатеют больше. Вы там одни стоите, вокруг Алисы все бегают. Так, надо сделать приятно еще одному блогеру. Давайте 3-4, Лариса, кричим. 3-4. Лариса! 3-4, идите сюда. И давай, 3-4. Идите сюда! Народ просит селфи. С тобой, с блогером и с Назаром. Давайте Назара позовем, давайте. 3-4. Назар! 3-4. Назар! Давай селфи сделайте себе в Инстаграм. Зашел мгновенно. Давайте повернемся наоборот, теперь солнце сзади. Да, вот так. Давайте, может, давай я тебе в Инстаграм сфоткаю. Лариса автографы раздает. Я уже раздала. Стояла, писала тоже. Вроде и ветер, но вроде и тепло, да? Так более-менее. Да, солнышко хорошее. Все, всем раздала? Да. Что-то он взял и приблизил тебя. Приблизил просто. Вот видеоблогер. Скажи хоть, на каком канале нам влог ждать? А, Саня Кай-Кай. Ну, Саня Кай вместе и там дальше Кай. Саня, хорошо, Кай-Кай. Саня Кай-Кай. Хоть посмотрим на себя со стороны. Все так кучками. Да. Мы сегодня классно орем. Давайте Би маму позовем еще раз. Би мама! Есть предложение. Поиграть в крокодила. Давай у тебя команда и у меня команда. Ну да, скучно так стоять. Челлендж, аморальная травма. А ну не спойлерить. Так, ну что, играем. Предательница. Настя пошла к нам в нашу команду. Так, ну что, кто у вас будет первый показывать? Вы придумаете слово, говорите ей на ушко. Мы угадываем за минуту. Да. Если угадали, нам балл. Хорошо. Дайте я мою команду покажу на видео. О, смотрите, это все моя команда. Вот, мы крутые. А моя громче крикнет? Ну, подумаешь, громче крикнет. Это не самое главное. Давайте еще раз. Ну, давайте. Так прошло 3 часа. Давайте, кто показывает? Дали слово? Так, сейчас скажу тебе слово, сейчас придумаю. Потом... Только тихо, чтобы мы не слышали. Да. Мы любим, когда по-честному. У нас будет минута, кто засечет? У кого таймер есть? А вы должны угадать или не угадать? Мы должны угадать за минуту. Или мы должны такое, чтобы мы не угадали, да? Чтобы мы угадали. Нет. Ну, если вы, конечно, кого-нибудь там... Не знаю, синхрофазотрон нам загадаете? Тема у нас блогерская, правильно? Что сделать? А, да. Таймер? Давайте по блогерской теме. Хорошо. Что, блогерам, что ли, показывать? Да нет. Каких-то животных, ребята. Давай, попробуем. Так, давай ты засечешь. Итак, мы готовы. Мы включаем таймер на минуту. Все, время пошло, давай. Показывай. Угадывайте, ребят.
Компьютерщик. Диджей? Компьютерщик. Монтаж. Слово монтаж. А, ура, я угадала. Хорошо, на блогерскую тему сейчас. Давай вот мальчик покажет, сейчас слово загадаем. Экран, компьютер, ноутбук. Это было бы слишком просто. Подписка. Уже, о боже, как хорошо. Как мне нравится, как ты показала. Ну, в общем, кнопка подписаться. Да. Ну, подписка. Подписка. Давайте, ваша очередь, показывайте. Что? Там у нас на компании. Ты подпишешь. Это сложное придумайте. А ты в моей команде? Я? Я со всех. Мы с тобой работаем, оператор. А давайте пусть у вас теперь бимама показывает. Давай. Все уже, мы уже. А потом ты будешь показывать? Да, без проблем. Раунд. Сейчас мы угадаем. Шикарное слово мне загадали. Так, ребята, давайте, мы должны угадать. Мы им не проиграем. Сейчас я, подождите, секундочку, подумаю, как бы так. Подписчики! Автограф! Комментарии! Хейтер! Комментарии! Хорошо! Так, теперь я буду показывать. Не знаю, что можно показать. Загрузка видео можно. Тише только, тише. Какое показало? Лайк легко, да, лайк это легко. Ой, давайте оператор. Тише. Пока. Приветствие. Пан-встреча. Видео. Рассказывай. Любимый блогер. Подписчик. Фотографироваться. Автограф. Паны. Паны. Боже. Угадывайте же все. Это с Настей связанное? Да. Ну это приветствие. Фан, фанат. Боже! Возьми то, что девочка сказала. Катар сказал, у тебя кто-то угадал. Кто сказал? Это была мама, ее канал. Канал Катар. О, боже! Лучшая реклама я не получала никогда. Вот два, кстати. Сколько? Нет, не знаю. Надя тоже раздает автографы с счастливым лицом. Я сейчас узнаю. Да, давай. Да, мы в крокодила выиграли. Наша команда выиграла, ура! О, вы уже подружились, да? А, да? Ну, сегодня подружились. Мы уже давно дружим. Ну вот, новые друзья у тебя появились. Супер, правда? Ну, Черкасск,